Друзья, приобрел лодочку себе для рыбалочки. Кто-то скажет фигня, кто-то скажет нормально. Сейчас буду распаковывать, будем смотреть, что там. Что сразу я думал, что она будет надувная, как матрас. А она из ПВХ, такая плотненькая, прочненькая, мне нравится. Не знаю, килограмм 6-7, наверное. Так просто ее не взять. В комплекте идут весла. У меня еще есть весла. Итого можно будет 4 весла. Сейчас будем надувать. Лодка длиной 3 метра, чтобы достаточно большая лодка, можно поместиться сколько угодно человек. Вот. Вот так вот. Красота. Красивая какая. Мне нравится. Здесь не будет никаких проблем. Сейчас. Круто, круто. Есть крепление для удочек. 2 штуки для фидеров сзади. И есть для удочек таких боковых. Что тоже круто. Лодка, конечно, здоровенная, но вмещается в маленькую коробочку. Тем самым мне будет проще перевозить. Ну что, надо накачаться, наверное, разок. Смотреть, не пускает ли лодочка. В комплекте идет ручной насос. Вот он. Веревка. Веревка, я так понял, протянуть вдоль, чтобы таскать было удобно. Насос стандартного типа. Ручной. Ручной ножной, как говорится. Буду качать лодочку. Так, это что у нас? Это у нас обратные клапана идут. Размер у лодки, конечно, обалдеть. Вот я лег. Полный рост. Ой, хорошо. Смотрите, сколько у меня еще места на носу. Здесь вот 2 фидера стоит, считайте, сзади. Вот оно. Крепление 1 для удочки. Крепление 2 для удочки. Первая пара весел. Если ты один, можно в 2 весла. Замечательно, но как раз есть пара весел еще лишняя. А что тут у нас такое? Веревка. А, это прятать весла. Ну, кайф, пока мне все нравится. Накачал я ее достаточно быстро, могу сказать.
вышло. Этот брак мне не нравится. Так все новенькое, кроме этого момента. Материал такой достаточно прочный. Но размер, конечно, лодки бомба. Не знаю, можно ли в нем стоять. Но давно мне можно и постоять. Я думаю, что будет проблематично. Но можно положить что-то, фанеру какую-то. Вот, держатели. Раз клапан, два клапана. Все клапана находятся сзади, спереди нет ни одного клапана. Вот так, посмотрим, что у нас тут. Шов вроде не беды. Еще есть подушки. Ну, смотрю, как она будет на воде. Потом расскажу дальше. Лодка, конечно, громадная. Класс. Раз, два, три. Воду. Ой.